Всем доброго времени суток. На своем объекте, где я смонтировал котел Протерм SCAD, установил датчик комнатной температуры, радио. Также он работает по Wi-Fi с известного нам всем сайта китайского AliExpress. Вот такой вот датчик. Вот. Работает он по Wi-Fi через приложение. Вот. Как комнатный датчик температуры беспроводной. В общем, и стоит не таких космических денег, как аналоги, продающиеся у нас здесь в городе. Так что вот так. Сейчас включу. Так, котел у меня сейчас выключен, нагрев. На датчике стоит в верхнем правом углу температура выставлена 18 градусов. А существующая температура 19,5. Сейчас я повышу его. Да, кстати, светодиод горит зеленым. Когда загорится вторая лампочка красная, LOD. LOD, блин. Мой английский. Тогда будет нагрев. Повышаем температуру. Двадцать два с половиной. Тогда щелчок, его слышно. Красная лампочка загорелась. Все, в верхнем правом углу загорелся символ, что пошел нагрев. Так что вот такой вот недорогой датчик с китайского сайта AliExpress.